Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю вас со светлым Христовым воскресением, Пасхой Господней, самым радостным, самым главным торжеством нашей веры. Христос воскресе! Слово «Пасха» означает переход от смерти к жизни, от греха к святости, от земной к вечной небесной жизни со Христом. Ради нашего спасения сам Бог, Творец неба и земли, стал подобным нам во всем, кроме греха, человеком. Он претерпел страшные страдания и смерть на кресте, искупив нашу греховность, и воскрес из мертвых, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Единственным ответом человеческого сердца на эту крестную жертву могут быть только любовь и безмерная благодарность, желание жить по заповедям Христовым. Как это исполнить в нашей обычной повседневной жизни? Есть очень простое правило – быть строгим только к самому себе, своим грехам, а людей, находящихся рядом с нами, любить, помогать им и все им прощать. Тогда Господь дарует нам свою всесильную помощь, и пасхальная радость будет в нашем сердце всегда, в любых обстоятельствах. Наше Отечество проходит ныне период тяжелых испытаний. Многие наши братья и сестры переживают боль и горечь потери близких. Да и во все времена в жизни человека было и есть множество скорбей и болезней. Можно ли найти в них утешение? Только Евангелие, благая весть о воскресении, вера в Бога и в бессмертие души могут принести исцеление тем, кто страдает. Только в свете вечности человеческая жизнь обретает полноту, а все, что в ней происходит, особый смысл. Вот почему нет ничего радостнее и важнее воскресения Христова. Ведь это победа над смертью и залог нашего воскресения. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем Светлого Христова Воскресения. Будем благодарить Бога за каждый день нашей жизни и за то, что все в ней Он устраивает к нашему благу и нашему спасению. Желаю долгой и полной пасхальной радости, благодатного укрепления в вере, благополучия и мира. Воистину, воскресе Христос!